Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вот и пришел очередной вечер тайского бокса на 27-м канале. Это шестой и заключительный выпуск боев с чемпионата мира 2011 Ташкента. Те, кто помнит, знает, понимает и разбирается в тайском боксе, конечно же, были наслышаны об этом мероприятии и наверняка посмотрели не один наш выпуск, а ну, хочется надеяться, что все пять предыдущих. Сегодня по традиции закрывают серию программ девушки. Точно так же мы закрывали корейскую эпопею, китайскую эпопею. После этих показов огромное количество девушек приходило в спортзалы по муай-таю и горели желанием научиться драться. Ну, честно говоря, как-то так уж сложилось в Кузбассе, что не очень, конечно, девушек приветствуют в спортзале. Почему-то считается, что это вот сугубо мужской спорт. Ну, не знаю почему. Ну, мне, например, нравится, поэтому я с удовольствием всегда смотрю и комментирую. Итак, на ринге. На ринге Наталья Дьячкова и Анастасия Симоненко. Практически две славянки. Украинка и, естественно, россиянка. Весовая категория 57 килограммов. Вы видите, на девушках одеты бодигарды, такие жилеты. Это говорит о том, что перед нами юниорки, то есть девушки, еще не достигшие 18-летнего возраста. В общем-то, не особо-то, конечно, они мешают, эти жилеты, но, конечно, без жилетов позрелищней, что касается мужчин, ну и без жилетов, конечно, позрелищней, что касается женщин. Но так, в форме, в защите, конечно же, как-то попроще, полегче. Итак, что мы видим на ринге? Видим на ринге девушки, в принципе, примерно одного роста. Обе не горят особым желанием идти в обострения какие-то. Разменялись дистанции несколькими ударами по защите. И пока вот так вот ищут, прощупывают, пытаются найти какую-то лазеечку в защите. Вот какая серия прошла. Очень, очень аккуратнее надо быть Наталье Дьячковой. Не пропускать, конечно, подобные серии. Такие удары могут неприятно, конечно, называться, тем более юниорки, ну мало ли, тем более девушки. Ну не хочется, чтобы они так сильно уж себя били по лицу, особенно по лицу. Так, второй раунд. Почему-то девушки начинают с белых углов, видимо, была какая-то заминка. Может быть, и рефери попросила секундантов вытереть пол в углах, потому что было скользко. Я уже неоднократно говорил о том, что покрытием не совсем чтобы повезло. Очень неплохо, пока Наталья держится, серийными атаками такими входит, пытается пробиться в клинч, бьет серии с рук, хорошо, добавляет ножку, тоже неплохо, но и украинка не сдается, я смотрю, не отступает нисколько, даже пытается немного провалить Наталью, получается это, конечно, не лучшим образом у нее пока, ну что же, это же юниорки, в принципе, это единственные юниоры, кого мы за все 6 выпусков показали. Было просто интересно посмотреть, как это выглядит в исполнении. Ну, не поворачивается язык назвать их начинающими спортсменками. Очень хорошо, но все по защите, даже мимо цели. Не попадает, вроде есть. Вот, хороший прошел справа. Достиг цели, тут же два пропустила. Нога одна, вторая, третья. Еще серия. Очень низко руки держит Наталья. Наташенька, подними руки. Но ничего страшного, это всего лишь очередной казус покрытием. Почему-то Наташа невысоко очень держит руки открытые, поэтому нарывается встречный удар, только что пропустила слева. Надо быть поаккуратней. Все это считается. Очень украинка уверенно так это пробивает. Видимо, подобрала ключик. Как девушки выбрасывают ноги, так интересно. Здесь даже какая-то двойки-тройки украинка бьет. И из двух-трех ударов один-то попадает 100%. Так, по защите пропустила украиночка. Но пока, конечно же, ничего супер и сверхъестественного девчонки не показали. За исключением того, что, по-моему, украинка начинает, конечно, подбираться. Наши спортсменки видят, что Наташа не достает. Видит, что
не совсем точно удары проводит, низко руки держит и делает свое дело. Ничего страшного, опять же, это всего лишь навсего легкое падение. Вот хорошо, правый прямой. Но тут же получилось встречное. Не уверен, будет он засчитан или нет. Когда девушки решили, что клинч им не особо и нужен в этой борьбе. Он пыталась Наталья исполнить бэкфаст. Ну, в общем, понятно, почему особо в клинч не стремятся. Потому что сильно не самые большие они мастера клинча, но это со временем пройдет, я думаю, научится обязательно. Потому что девушки такие настроены на борьбу, и я уверен, что их ждут великие дела еще. Ух, как мне. Ух, осторожнее, осторожнее, подними повыше руки. Ну что ж так пропускаешь, Наташенька, осторожнее. Еще 2, 3, 4. Что же происходит-то такое? Нельзя. Нельзя так низко держать руки. Ну почему же тренер ее не научил уходить в глухую защиту? Кстати, главный тренер сборной России Виталий Манчур не так давно вступил в свою должность. Перед этими соревнованиями впервые собрал девушек на сборы, насколько я знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что-то у нас россияночка попадает в не очень удачную ситуацию, не очень хорошую ситуацию. Она пропускала кучу ударов, но лишь бы теперь выдержала и не расстроилась. Чуть не сказал, не заплакала. Девчонки не плачут, российские девчонки не плачут. Переключилась. Лоу-кики. Ну, в этом, конечно, есть своя тактика и цель. Можно отбить, отсушить ногу и вывести таким образом соперника из строя. Но украинка-то идет вперед. Если бы она отставилась, тогда да. Но она-то идет вперед. Поздравляет спортсменку. Конечно, выстояла. Чемпионат мира все-таки прошла. Огромный отбор. Посмотрим в замедленном повторе. Ах, как опасно пропускает. Да, нахваталась Наташенька. Не очень, конечно, приятно. Надо поработать. И наверняка уже работает Наталья Дьячкова над точностью ударов. Ну, неплохо. Конечно, не сказать, что это достижение было, вот это падение. Но, тем не менее, так это на судьи наверняка повлияло. Но украинка поточнее, особенно вот эта серия была огромнейшая, длиннейшая ударов, которые все попадали в цель. Конечно, они наверняка, вот еще два, три, конечно же, сейчас они сыграют свою роль. И я переживаю за Наталью, но в общем ожидаемо, Наташа, тебе спасибо, расти, мы, надеюсь, тебя еще увидим. Вот следующий бой очень интересный. Обратите внимание на спортсменку в красном углу. В синем углу россиянка. В красном представительница Ирана. Очень интересные они в форме, не в форме. Ася Шеломенцева и Нила Форонжи. До Ирана вот такая форма была. По вероисповеданию им нельзя показывать руки и ноги оголенные, поэтому они нашли способ, как избежать, как обхитрить, может быть, свой закон и при этом выйти в майке и даже не обхитрить, а как-то сделать так, чтобы можно было боксировать и при этом не нарушать спортивных канонов и канонов вероисповедания. Ну, каждый ищет свой путь и, конечно, хорошо, что девчонки даже идут на такие ухищрения, лишь бы заниматься, лишь бы тренироваться. Ася очень опытная спортсменка, и посмотрите, как она ловко расправляется. То есть физически явно крепче иранки. И ловко-ловко взяла ее в замок и опустила на настил. Ну, я думаю, иранка наслышана, конечно, а Вася не в первый раз. Ася выступает на международных соревнованиях. И уверенно знает, что делать с такими иранскими девушками.
Кстати, Нилу тоже счетов не надо сбрасывать. Почему? Потому что иранцы приехали на эти соревнования очень заряженные на победу, как юноши, так и девушки. И, в принципе, наверное, из-за юношей зарядились на победу и девушки. И как-то вот так считать их легкими или слабыми соперниками, или соперниками, с которыми можно пройти, не вспотев, конечно же, не получается. И не получалось ни у кого, поэтому надо быть осторожным с каждым бойцом, ну, а с иранцами тем более. Уж сильно они хотели победить в этом соревновании и увести как можно больше золота. То есть мы, конечно же, уже заметили, что на девушках нет защитных жилетов. Уже не юниорки, это уже зачетие женщин девчонки боксируют. Обратите внимание, как угол работает, что один, что другой. В этом углу, конечно же, женщины. Если бы там были мужчины, я бы очень сильно удивился. Ну, а россиянок тренируют мужчины, потому что пока в тренерском корпусе у нас несколько не просматривается наставников женского пола. Ну, пока как-то им не получается. У них не получается им появиться даже, что ли, как-то так. Вот мы видим, что иранка идет вперед, Ася все прекрасно видит, отходит, колено запустила отлично, слева, и это нокдаун. Лево практически в открытое лицо, по бороде. Пробила и, соответственно, открывается счет. Конечно же, иранка показывает, что все в порядке, что все хорошо, она может продолжать. Но рефери прекрасно знает свое дело и, конечно же, после такого удара приостановит, чтобы не было дальнейших травм, не было каких-то сотрясений чрезмерных. Молодец, Ася высоко пробивает, хорошо, идет вперед. Такая мужская такая стойка, подбородок маленько к низу, плечи кверху, и маленько подсутуленная такая. Манере мужской несколько. Мне нравится. Хороший манер. Итак, обманула, показала одной рукой, другой. Рукой показала одну ногу, другую. И пошла вперед руками. Отлично. Неплохо. То есть это, конечно же, говорит о том, что видит, получила замечание. Ну почему нет? Почему в разочке не получить замечание? Посмотрите на Асю. Ох, вперед подскользнулась. Вот неудачно. Они вот такие все-таки опасные падения, потому что можно от своего же удара приземлиться не совсем, чтобы удачно на копчик или еще как-то и пострадать не то чтобы от боя, а от падения. Очень хорошо. Подгоняют. Видим, что поднимают возле ринга наставники, подгоняют Асю вперед, чтобы не застаивалась. Ну и, наверное, правильно. Не надо застаиваться, надо вперед двигаться. Тем более, что уже прочитала иранку. Надо уже, в принципе, решать что-нибудь. И желательно досрочно, чтобы просто сэкономить силы. Хорошо, серия, немного не точно. Иранка тоже какую-то немного такую кочергу какую-то пытается пробить. Без всякого замаха толкает лицо, не бьет, а больше толкает. Мила пыталась Асину толкать пару-тройку ударов, не получилось. Хорошо, правый прямой, Ася, молодец, хорошо. Надо повторить успех. Хорошо. Обратите внимание, Ася показывает движение ногой, имитирует подготовку к удару, начало удара, а сама пробивает руку. И Нила на этом постоянно ловится. Постоянно на это ловится. Вот точно такая же опять ситуация. Но почему-то не стала бить, а решила проскочить в клинч. Ну, в принципе, Ася может проходить клинч налегке, я думаю. Физика позволяет, в принципе, знания, умения тоже. Ох, какой удар приготовила. Ну, что-то настроилась, что-то разозлилась. Ася, видимо, решила закончить пораньше. Она, может быть, как-то услышала меня, не знаю. Телепатия какая-нибудь произошла. Из настоящего в прошлое. Из Сибири в Ташкент. Вызывали, конечно, интерес, неподдельный интерес у зрителей, бои женские. Ну, наверное, в Ташкенте не избалованы видом, в принципе, очень фигуристых таких девушек, которые еще и в перчатках, и на ринге, еще и так околачиваются слегка друг друга. Видимо, Ташкент не избалован таким зрелищем, и поэтому пользовались бои девчонок успехом.
с удовольствием они смотрели, поддерживали. Ну хорошо, под занавес практически, под самый гонг Пася пробила тип левой ногой, то есть поставила точку. О, как круто, чуть едва не развернула шлем задом наперед. Ну, в общем, все видит, прекрасно справляется. Прекрасно справляется. Я думаю, что Нила, представительница Ирана, сейчас держится только на силе воли и характере. На характере только она держится. Конечно, противопостоит. Если бы еще бы и характер был бы маленько послабее, то, наверное, бы уже бы и отказалась от боя. А так держится. Характерно, характерно, конечно. Характерно. Но Ася это тоже не отпускает. Очень задавила уже практически в угол. Очень неплохо колено. То есть, в принципе, показывает... Показывает неплохой арсенал. Берет захваты, пытается делать скрутки. Ася неплохой арсенал показывает. Есть колено, нога. Опять обманное движение пошло. Обратите внимание, была попытка пробить локоть. Так, а сейчас навстречу тоже поймала. А поаккуратнее надо. Это то, о чем я говорил, что не надо сбрасывать тиранок щитов. Может вот так вот взять, махнуть и попасть. Совершенно невзначай. Держится, посмотрите, уже не очень боксирует спортсменка из Ирана, мне кажется, есть такое ощущение. Есть полное ощущение того, что спортсменка из Ирана уже как-то бы и завязала бы с боксом. Как-то бы уже бы, наверное, бы и гонг бы побыстрее бы прозвучал бы для нее. Хорошо, хорошо. Хорошо. Чего-то перестала Ася бить серии. Асечка, давай серии. Было бы хорошо, если проходила бы пара с рук и заканчивала ногой. Было бы просто отлично. Ну что ж, видим в повторе. Пожалуйста. Нога, лоу-кик и три руки. Три раза с рук. Прямые удары. Прямой левый вообще прошел отлично. Я думаю, балл это был стопроцентный. Вот такая мощная, отличная скрутка. Хорошо, Ася. Эх, слета. Следа пыталась Ирачка взять что-то, но получила в итоге колено и нокдаун. Ну вот, не надо лететь, надо смотреть. Вот они, обманные движения. Одно, второе, третье. И так подошла таким шагом интересным таким. Раз, два, три. И хорошо пробила, чисто. В общем, Мазинга гарантированно. Гарантированная победа. Это был полуфинальный поединок. Спасибо большое, Ася.